15 призывников из Тюменской области пройдут службу в президентском полку. Накануне ребят провожали в столицу. Там они будут охранять объекты Московского Кремля, участвовать в протокольных и торжественных мероприятиях. Отмечу, чтобы попасть в элитную часть, призывникам пришлось пройти серьезный отбор. Среди требований – подходящий рост, образцовое поведение и хорошая спортивная подготовка. Было больше 50 человек, и нас вот выбрали 15. Вот такая честь, такой честью удостоен был. Небольшой мандраж, ну и, конечно, гордость за себя, вообще за всех, кто к этому причастен, и вообще в целом рад. Добавлю, что за прошедшие годы в президентском полку прошли службу более 600 наших земляков. Я хочу отметить, что далеко не все регионы России, совсем немного, откуда уже, опять-таки, по традиции постоянно призывают ребят. Я считаю, все-таки это вот вера в сибиряков, в их надежность, в их крепость духа. Наши ребята, думаю, справятся.